Изолятор временного содержания для животных появился в поселке Уштобе Карагандинской области. Туда помещают беспризорный скот, вышедший на автомагистраль. При этом местные жители уверяют, что не могут контролировать стадо из-за некачественного ограждения трассы. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Автобан Караганда-Балхаш проходит по традиционному маршруту выпаса скота поселка Уштобе, а правила дорожного движения коровы пока не выучили. Этим даже зайца не остановишь. Животных, вышедших на автомагистраль, помещают в специальный изолятор временного содержания. Здесь их бесплатно охраняют и кормят, а вот владельцев копытных нарушителей привлекают по статье административного кодекса. Уже выписано 42 предупреждения и 4 штрафа. Сумма взысканий от 9000 тенге. Но пастухи винят во всем некачественное ограждение, а не свою невнимательность. Установили ограждение только местами, да и там, где сетка есть, она уже падает. Скот, когда идет на пастбище или с пастбища, его не удержать. Местные власти уверяют, что неоднократно разъясняли животноводам правила выпаса скота с учетом появившейся дороги. Не раз писали письма и дорожным строителям. Качество сетки, в принципе, неудовлетворительное. Мы вот месяц тому назад со своей стороны направили письмо Казавтожолу, чтобы действительно до конца года завершили, чтобы сетку, потому что были факты, что скот выходил на трассу, были разные правонарушения и аварии были. Местные жители говорят, вот в некоторых местах есть проходы, но это технические проходы. Усугубляет ситуацию нехватка пастбищ, но этой проблемой сейчас занимается специальная комиссия. В районе идет масштабная инвентаризация земель. Юлана Чаусарана Камбаев, Аслан Демизбаев. Итоги дня. Карагандинская область.